целью заработать денег хотел. Продать запчасти, которые имелись на вещи. Продавал запчасти под видом новых, бушные, мотоцикл Криш. Содеянным раскаивался полностью. В августе 2020 года в дежурную часть отдела МВД России по Елабужскому району поступило заявление от местного жителя о факте мошенничества. Со слов потерпевшего, полицейские установили, что молодой человек решил приобрести запчасти для мотоцикла. На сайте бесплатных объявлений он нашел информацию о продаже интересующего его товара. Связавшись с продавцом, мужчина обговорил условия доставки, после чего перевел на указанный злоумышленником счет 6 тысяч рублей. Однако при получении заказа потерпевший обнаружил, что вместо запчастей для мотоцикла в посылке находилась крупа. Поняв, что стал жертвой мошенников, елабужанин обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 28-летнего жителя Республики Удмуртия, причастного к совершению данного противоправного деяния. Мужчина задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Установлено, что мужчина совершал аналогичные мошенничества на территории всей России. Вызов 112 – это главное происшествие Татарстана. Смотрите на нашем сайте и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь!